улице Краснореченской у остановки Заводская в аварию попал таксист, доставлявший клиента из села Корсакова в торгово-развлекательный центр «Южный парк». Шофер не довез клиента несколько сотен метров до конечной точки маршрута. Пассажира извозчику пришлось высадить и пожелать счастливого пешего пути. Покидать место аварии было неразумно, да и ехать «Мазда» уже не могла. Столкновение, надолго выбившее таксиста из рабочего графика, случилось со встречной «Тойотой Хайлюкс». В ожидании выездной бригады автоинспекторов участники этой аварии стали свидетелями еще одного дорожного происшествия. На этот раз с участием рейсового автобуса 10-го маршрута. Он ехал от химфармзавода в сторону Сурикова. Общественный транспорт ударил задний бампер впереди идущую легковую машину. Это случилось как раз в тот момент, когда в поле зрения шофера Део оказались обе ранее разбитые на перекрестке иномарки. Водитель автобуса не стал отрицать своей вины. Этой аварийной паре предыдущая могла только позавидовать. Кто виноват здесь, было очевидно. К тому же повреждения обеих машин оказались незначительны. Водители разъехались, оформив происшествие по европротоколу. И уже после их отъезда шофер «Тойоты Сурф» и таксист продолжали спорить, кто из них виновен в случившемся. Не рассудил их между собой и просмотр записи видеорегистратора. На ней видно, что внедорожник приближается к месту будущей аварии по Суворова со стороны улицы Ворошилова. За секунды до столкновения водитель «Тойоты» вывел свой автомобиль на Краснореченскую, выполняя левый поворот. Делать ему это пришлось уже при смене сигналов светофора. Уже стал моргать зеленый, то есть, ну, уже будет переключение. Ну и, соответственно, посмотрели, впереди помехи не видно, вдалеке фары светились, стали заворачивать. Но он быстро ехал, поэтому вот вылупился. Версия таксиста отличается лишь тем, что в столкновении он винил не себя, а своего оппонента. Он считал, что водитель внедорожника слишком рискованно маневрировал. Замигал зеленый, я вышел на перекресток. И он резко начал поворачивать. Все. Таксист особое внимание по какой-то причине уделял тому, что он, в отличие от владельца «Тойоты», двигался в прямом направлении, не меняя траектории движения. Хэтчбэк оказался на перекрестке, поднявшись по Суворова от улицы Павла Морозова. Рассудить непримиримые спорящие стороны должны были сотрудники ДПС. Инспекторы посмотрели запись видеорегистратора и выписали штрафы за нарушение правил движения обоим водителям. И тому, и другому не следовало выезжать на перекресток.